держите захват между вами расстояние вытянутой руки. Вот видите? Чтобы сократить эту дистанцию, я делаю шаг. Сделаю шаг. Но если я сделаю шаг слишком глубоко и слишком близко к нему, я не смогу его вытянуть правильно себя, потому что между нами очень мало пространства, очень мало расстояния. Поэтому я делаю шаг непосредственно до той линии, куда мне удобно сокращать дистанцию. То есть я оставляю ровно столько места, чтобы я его мог вытянуть на себя, при этом еще и сам развернуться. А если же я, еще раз повторюсь, если же я еще слишком близко шагну, видите, он в меня упирается, я не могу ни сам повернуться, ни его не потянуть. То есть я шагиваю ровно столько, чтобы оставить пространство для того, чтобы вытянуть его на себя. Так, еще вес потянул. Но это все должно быть в комплексе, как одно движение. Я вам показал поэтапно для того, чтобы вам было более понятно. Но сейчас это должно быть выглядеть вот так. Раз, сразу, как одно движение цельное. На Умара обратите внимание. Умар стоит на одном месте. Естественно, мой дорогой. Когда ты его вытягиваешь, он должен в любом случае вытянуться к тебе, выведение из равновесия, не забываем, и встать на носочек. Вот смотри. Раз, видел, как я его вытягиваю? А ты делаешь на месте просто, не тянешь его ручками. Руки поднимаешь, но при этом ты их не тянешь к себе. А ты должен их прям максимально прижать к себе, чтобы он стал носочек к себе. Хорошо, вот как вытягиваешь, хорошо, молодец.